Провожать и встречать жителей и гостей города теперь станет еще комфортнее. Обновленный вокзал Ульяновск-Центральный преобразился как внешне, так и функционально. Большой праздник, посвященный завершению первого этапа восстановления Ульяновского вокзала, прошел прямо в центральном зале здания. Комфортные светлые залы, просторные. Зала 2, зал ожидания, где мы сейчас находимся, кассовый. И зал за мной, за спиной, это VIP, где находится VIP-зона. Сохранилась и вся история изначально, которая была здесь заложена. Сохранить историю, при этом усовершенствовать, сделать комфортнее и красивее – это была основная задача всех, кто трудился над этим проектом. Например, главные буквы «Вокзал» на здании в темное время суток теперь будут ярко светить жителям и гостям города. Раньше они светились, когда была подсветка изнутри. Потом со временем все-таки вокзалу столько лет, если он 70-го года, естественно, вся система вышла из строя. И пришлось сейчас сделать новую. Впереди еще много работы. К Новому году заменит информационное табло и кресло в зале ожидания. Дополнительно будут установлены два подъемника для маломобильных групп населения. А уже в следующем году вся подземная часть вокзала будет приведена в современное состояние. Также для региона закупят 44 новых пассажирских вагона и пустят дополнительно рейс из Ульяновска в Москву. Все эти изменения приведут к повышению транспортной доступности и развитию туризма в Ульяновской области. Здание состоит из новых материалов, вы видите, фасад новый, стекла новые, внутри все обновлено, коммуникации обновлены к этому вокзалу, система безопасности. Это позволяет нашим жителям, ульяновцам, более комфортно чувствовать себя при перевозках. Сегодня ведутся переговоры о том, чтобы следующим этапом было строительство высокоскоростной дороги, которая соединит Москву и Казань. Таким образом, из Ульяновска в столицу России можно будет добраться примерно за 5-6 часов. Такие изменения ждут и железнодорожные пути области. Третья часть будет посвящена строительству новых транспортных магистралей внутри Ульяновской области, в том числе и возможность создания высокоскоростных таких вот пригородных дорожных таких вот перевозок. Мы искренне надеемся, что нам тоже удастся убедить наших партнеров и наших инвесторов, чтобы у нас появились пригородные сообщения, которые будут позволять, например, из города Ульяновска до города Димитровград доезжать в пределах буквально 30 минут. Для того, чтобы осуществить все задуманное в рамках мероприятия, был подписан ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития транспортной инфраструктуры. Таким образом, как надеется начальник Куйбышевской железной дороги филиала ОАО РЖД Рашид Сайбаталов, после всех работ Ульяновск-Центральный войдет в число наиболее комфортных вокзалов России. По крайней мере, для этого будут приложены максимальные усилия. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.